Всем привет! Добро пожаловать в новое видео. Меня зовут Анетта. И сегодня у меня для вас распаковка бьюти-бокса с сайта New Beauty Box. И это вторая часть из трех. Я сделала заказ и заказала два бокса. Один получила еще дополнительный подарок. Вот такая вот у них классная акция. Действует на их сайте. И решила разделить эти боксы. Так мне будет гораздо удобнее. И вам также смотреть гораздо будет комфортнее видео разных боксов, один за одним. Сегодня мы с вами рассмотрим второй боксик. Первый мы уже распаковали. Посмотрите, пожалуйста, на моем канале. Распаковка уже есть. Но сначала давайте поговорим про финансы. Финансы, как всегда, нас с вами интересуют. Сколько стоил этот бьюти-бокс? Бокс стоил 2145 рублей, но я его купила со 60% скидкой и заплатила 1716 рублей. У них на сайте всегда есть какие-то скидки, но они каждый день разные. Это крайне странно. Вы в один день заходите, у вас там 40%, в другой день заходите 50%, в третий 60%. Но гарантированно, если вы хотите 60%, тогда, когда у них на сайте выскакивает окошко с предложением оставить вашу почту и получить код на 60%, воспользуйтесь. Я это сделала. И мои боксы приобрела 60% скидкой. Это гораздо-гораздо приятнее. Всего я заплатила за 3 бокса, то есть 2, которые я выбрала, плюс один экстра подарок, 3591 рубль. Сюда же входит доставка, она у них, к сожалению, не бесплатная, 159 рублей, но доставка была очень быстрая, практически молниеносная, из Москвы в Уфу за неделю, курьером доставка до двери. Но неважно, даже если вы самостоятельно ножками пойдете в СДЭК, все равно вам придется заплатить 159, поэтому для меня этот сервис оказался очень-очень комфортным, я выбрала именно такой вариант, что мне принесут прямо домой. Плюс еще дополнительный в этом заказе, это то, что есть подарок. И подарок не один, это не только бьюти-бокс, который мы смотрим с вами в другом видео, а еще есть подарок за то, что я оплатила картой сразу уже непосредственно там на сайте. Мне подарили вот такой вот крем, это ночная маска от Pore Line, это чистая линия. Здесь у нас ночная маска для всех типов кожи, и это 50 мл. Я уже начала пользоваться, но я начала пользоваться в качестве такого крема для рук, просто потому что у меня крем для рук сейчас закончился. Бьюти-боксы там есть, но я пока не открывала, поэтому, соответственно, пока я видео для вас не сниму, кремом для рук пользоваться не могу, а вот этой штучкой очень даже. И мне понравилось, очень-очень приятно. С удовольствием буду пользоваться и тестировать дальше, потому что у меня, конечно же, ничего уже давным-давно от чистой линии и тем более от Pore Line не было. Что нам обещают в бьюти-боксе? Нам обещают, что у нас будет наполнение на 5200 при цене 1716. 5200, я считаю, что это не какая-то грандиозная такая финансовая составляющая, но тем не менее мне этот боксик понравился. У них открытый состав, вы можете самостоятельно посмотреть и выбрать тот бокс, который вам наиболее интересен, и я его выбрала, потому что здесь есть два момента. Первый момент – это бьюти-боксы будут продукты с анти-эйджинг эффектом, то есть они борются с признаками старения, а я очень хочу оставаться молодой и прекрасной. И второй момент – там находится тушь-сыворотка для роста ресниц от известной мне марки, но меня прям заинтересовало, как она попала в этот бьюти-бокс и почему они ее так бюджетно оценивают. Та ли это марка? Вот мой вопрос. Ну, давайте открывать и смотреть, как выглядит, собственно говоря, этот Beauty Box. Он выглядит весьма нестандартным образом. Это вот такая вот коробочка. New Beauty Box и Star Hit. Star Hit – это вот их совместная коллаборация, как я поняла, это сайт онлайн, который пишет про звезды. Но не могу вам 100% утверждать, так как я туда не заходила. Мне это не сильно интересно, а вот Beauty Box интересен, разумеется. Это циферка 2, то есть это второй мой Beauty Box, и он называется Shine Like a Diamond. Обязательно мы с вами сделаем. Мне визуально коробочка, в принципе, нравится, но, к сожалению, эта коробочка как рассылочный картон. То есть это не наш стандартный любимый Beauty Box, это именно как рассылочный картон. Ну, давайте открывать и смотреть вместе. Здесь у них, разумеется, все просто шикарно упаковано. Посмотрите, какая милота, какое очарование. Здесь есть открыточка, сейчас мы на нее посмотрим. Я хочу еще раз показать вам, здесь есть ленточка и стикер. Это все для тебя. Приятно, приятно видеть Beauty Box вот с таким шикарнейшим просто оформлением. Тем более, ну, на мой взгляд, 17 евро, сколько вот я за него заплатила, это вполне себе бюджетно. Бюджетно и
радостно уже от самого даже оформления. Время расцветать. У нас здесь написано на карточке: весна – лучшее время для обновлений и открытий. Доверься своей внутренней красоте и позволь ей проявиться в каждой детали твоей жизни. Такая вот карточка сопровождения. И давайте развязывать вместе будем. Я уже делала распаковку этого бьюти-бокса. Я снимала его вчера, но, к сожалению, наши соседи, не предупредив, начали работать дрелью. Это продолжалось очень долго, поэтому я перезаписываю это видео. Некоторые продукты будут уже посвочены, не удивляйтесь. Но мы сделаем с вами еще раз, посмотрим, потому что, конечно же, в тишине смотреть распаковку гораздо приятнее, чем под звуки дрели. Мы с вами начнем с продукта, который я вижу здесь вот первым, что попадается мне в руки, то мы будем с вами рассматривать. Марка называется Element, насколько я так понимаю, и это маска для волос. Маска-шапка, восстановление после окрашивания, питание, шелковистость с кокосовым маслом. Приятно. На 10-15 минут нужно будет нанести, потом смыть. То есть это как обычный стандартный кондиционер. Я обожаю разные маски, с удовольствием буду пользоваться, разумеется, такой. Ее удобно взять с собой, если у вас нет какого-то кондиционера, или вы не хотите брать именно баночки, бутылочки, можете взять вот такую вот масочку, использовать вместо кондиционера, разумеется, если вы во время вашего путешествия будете мыть голову только один раз. Следующая масочка, это уже тканевая маска от марки Setua, и это для сияния с витамином B3. Замечательно. Я с этой маркой познакомилась, ну вот только буквально благодаря российским бьюти-боксам. Насколько понимаю, она все-таки у нас корейская. С удовольствием попробую, пока я еще ничего не пробовала. Какое интересное, необычное оформление. Мне здесь все нравится. Следующая масочка. Масочек здесь много. От марки Geomar. И это производство Италия. Как она тут попала, неизвестно. Маска для лица, очищающая с матирующим эффектом, с натуральным цветком мальвы. И здесь два саше, то есть это означает, что вы можете использовать два раза. Единственное, что я вижу, это она будет у нас глиняная, слегка будет подсушивать, но почему бы нет. С удовольствием попробую, тем более сделано в Италии, это, знаете, уже как-то интересно, уже как-то необычно. Дальше идет пробник, пробник от Herborian, и это праймер 1,5 мл. Я пока еще вот именно вот праймер не пробовала, вообще к бибишечкам отношусь хорошо. Вот CC мне не очень нравится, BB да. Вот праймер с удовольствием потестирую. Жалко, конечно, что здесь у нас такой маленький размер, но вот как есть. И дополнительно еще положили нам карточку на 1500, наша скидка, наш подарок. Но вам нужно сделать заказ на 5000. Я покажу вам сейчас тот код, который есть на тот случай, если вы захотите воспользоваться. Мне не нужно совершенно, до конца апреля действует этот код. Если вам нужно, пользуйтесь на здоровье. Дальше пойдем смотреть уже большие размеры, полноразмерки. Это Церамед, марка, с ней тоже пока не знакома. Буду с удовольствием знакомиться. Для чувствительной, очень сухой, склонной к раздражению кожи, это крем для рук. Полезная вещь, сейчас как раз таки мне очень нужна. Глубоко увлажняет кожу, восстанавливает липидный барьер, смягчает кожу после обветривания, мгновенно впитывается. Давайте открывать и смотреть, как это выглядит внутри. Здесь у нас, я не посмотрела, 50, наверное, нет, 75. 75, вот прям очень хороший объем. Крем для рук, вещь полезная. Вот здесь обычная такая стандартная тюба, то есть здесь вот у нас 50 мл, да, вот этот кремушек, который я сейчас использую, здесь у нас 75. Ну, здорово, здорово, крем для рук, вещь полезная. С удовольствием буду пользоваться. Давайте прямо сейчас посмотрим, можно ли протестировать. Да, можно. Открыто. Мы любим, когда открыто. Я вообще, в принципе, постаралась, конечно, все открыть максимально, чтобы мы с вами тут не затягивали видео, не шуршали лишним. Нет никакого аромата. Совершенно. И хорошо, быстро впитывается. Но у меня руки сейчас сухие, потому что я только прибежала, прилетела с улицы. Ручки я еще никак не увлажняю. Отлично, я рада этому продукту однозначно. Следующий продукт тоже полноразмерка у нас от Maggie Academy. Капсула молодости, пептидная сыворотка для лица и век, глубоко увлажняет, восстанавливает упругость, обеспечивает лифтинг. Ну, лифтинг-эффект – это то, ради чего, собственно говоря, я рассчитывала взять эту коробочку 30 мл. Интересно. Открываем и смотрим, как здесь все у нас устроено, что здесь нас с вами ожидает. Вот такая вот упаковка, это пластик, понятное дело, но есть дозатор. Есть помпочка, пока я тестировать не буду. У меня сейчас есть другая сыворотка в использовании. Хочу сначала закончить ее, а потом переходить уже на следующую сыворотку. Дальше марка
Умф, наверное, так называется, посмотрите. Очень интересное название, необычное, тем более, что это произведено в России. Здесь 100 мл лосьон для рук и тела. Классно. У меня сейчас опять-таки нет того, чтобы я могла использовать после душа. Скорее всего, буду использовать именно как средство для тела, а не для рук. И тут будет наверняка интересный аромат. Давайте понюхаем. Да, есть аромат, он такой приятный. Он какой-то такой свежий. Слегка мне напоминает все-таки такой зеленый, хорошо заваренный чай. Но могу ошибаться. Просто я обожаю зеленый чай. Может быть, он мне везде кажется. Что-то нам пишут, какой тут должен быть аромат. Тут лосьон с ароматом солнечного лета. Вот так. Вот такое вот название. Ну, хорошо. С удовольствием попользуюсь. Протестирую. Дальше. Дальше у нас тут уже что-то большое. От марки 818. И посмотрите, какая классная, красивая упаковка. По цветовой гамме они мне просто очень-очень нравятся. Нежно-голубой, такого голубого неба. Деликатный розовый. Такое розовое напыление. Что это такое? Это сыворотка лифтинг против морщин для сухой и сверхчувствительной кожи. С гиалуроновой кислотой, стабильной формулой витамина С, защищает кожу от стресса комплекс 5 и термальная водичка тоже будет внутри. Эта марка называется именно 818, так как у них есть определенная бьюти-формула. Это 8 часов сна, 1 час ухода за собой, причем он делится на 30 минут утром и 30 минут вечером, а также 8 полезных ингредиентов, которые содержатся в их продукции. Но они везде пишут, что очень важно, чтобы все эти продукты работали, соблюдать их формулу и спать обязательно 8 часов. Стараемся, стараемся, безусловно. Покажу вам еще раз. Вот такая вот упаковка, такая марка. Я ее загуглила, скажем так. Я посмотрела, сколько могут стоить эти продукты, потому что мне она показалась интересной. И я увидела, что где-то 400-500 рублей. Ну, то есть 4-5 евро, и я считаю это нормально. Когда мы заходим в магазин Drogery, Росманды, Мюллер, то там, в принципе, продукты именно из Drogery, они тоже стоят плюс-минус так же. Поэтому очень даже недорого. Здесь у нас стекло, пипетка, все отлично, все приятно. Сама по себе она, вот эта упаковка у нас получается какая-то такая синенькая, голубая. Очень хочется уже начать и пробовать. Но я пока попридержу, потому что у меня сейчас есть другая сыворотка. С удовольствием буду пользоваться. Опять-таки, я всему рада, все так нравится в этом бьюти-боксе. Следующее у нас лимони. И это бибишка их. Биби-крем с фактором защиты 28. Еще это и интенсивное увлажнение 15 мл. Насколько я знаю, это полноразмерка, потому что у лимони я встречала только 15 мл. И мне кажется, что это их фишка, что все они делают 15 мл. Это их стандарт. Давайте обязательно протестируем этот цвет, потому что биби-крем мы с вами знаем, что он с цветом, но должен, разумеется, подстраиваться под цвет кожи. Сейчас цвет кожи у меня весьма-весьма светлый, солнышко у нас вышло, но оно не такое интенсивное, чтобы прям действительно я успела подзагореть. Ну, неплохо, мне нравится, как выглядит. Я вижу сейчас на коже, но ему нужно дать чуть-чуть время для того, чтобы он все-таки впитался, это раз. Хорошенечко распределить, это два, но распределяется он отлично. Что мы с вами видим, что моя рука, по крайней мере, вот здесь вот кожа, она выглядит более такой здоровой, более какой-то лощеной, более ухоженной, более живой, скажем, а не так. Потому что здесь действительно все очень миленько. Мне понравился этот аромат. Да, есть какой-то аромат. Ну, такой приятный, косметический и приятный. Так, что у нас тут осталось? Осталось буквально три предмета. Три предмета, которые мы сейчас с вами и рассмотрим. Все тут пусто. И очень много бумажки. Это тоже приятно. Бумажка всегда создает какое-то особенное ощущение праздника, подарка. И следующий продукт у нас от Vivienne Sabo. Это маска для губ. Вот так вот она выглядит. Небольшая, это средство, которое нужно будет использовать наверняка перед сном, я так думаю. Смотрю, какой есть здесь объем, ничего не написано. Давайте посмотрим, есть ли аромат. Пахнет в сторону такой какой-то химической клубнички. Ну, в принципе, стандартный, ничего тут такого сверхъестественного. И, конечно же, пальчиком мы туда с вами сейчас протестируем, как это будет по ощущениям. Надо дать время расплавиться, потому что сейчас он, видимо, стоял у меня
ну, не в холодильнике, но стоял он у меня в таком прохладном относительно месте, далеко от батарей, и не плавится. То есть вот прям много добыть оттуда с одного раза не получается. Но, возможно, это и хорошо, вам хватит надолго, и вы не переборщите с этим продуктом. Следующий продукт – это один из самых дорогих в этом бьюти-боксе. За что, я так и не поняла, потому что это для меня no-name. Называется Strikes Lips. Вот, и это карандаш для губ. Цвет тоже здесь весьма неоднозначный, но мне он совершенно, к сожалению, не знаком. Я нашла только на одном маркетплейсе, и цена его 1399 рублей. Грубо говоря, 1400 за один вот этот самый обычный карандаш в дереве. Тут нет ничего особенного. Тут нет ничего того, чтобы я сказала, да, это карандаш стоит этих денег, по виду не стоит ни разу, марку я не знаю. Возможно, она где-то действительно фигурирует, весьма популярна, весьма считается какой-то фантастической, но, к сожалению, я лично ее не знаю. Сделаю вот сюда вот swatch, и мы с вами посмотрим, что здесь за цвет. Цвет темновастенький, но он подходит прекрасно губной помаде от Vivienne Sabot, которую мы с вами находили тоже в бьюти-боксе буквально недавно. Соответственно, вот мне кажется, здесь комбо такое будет хорошее. Я буду им пользоваться этим карандашиком. Но опять-таки, за что 1400, я тут, к сожалению, не поняла. Карандаш совершенно обычный. Ну и заключительный продукт – это та самая тушь, которая меня заинтересовала, заинтриговала, как она вообще попала в этот бьюти-бокс, потому что эта марка, она у нас, по крайней мере, не бюджетная. У меня есть от этого бренда серум для ресниц, он пока отложен, лежит, я ожидаю, когда я вернусь домой и как раз-таки приступлю к нему, потому что у него сроки хранения были хорошие, а у серума, который я приобретала последним, по коробочке Glossy Box от Grand Lashes, был такой критический, поэтому я пользуюсь им, но я думаю, что вы видите мои ресницы, они прекрасны, они именно такие, о которых бы я могла только мечтать, надеюсь, что X-Lash тоже сделает мне такие же потрясающие ресницы. Покажу вам, как выглядит упаковка, это мини-версия, и они ее оценивают в 500 рублей, то есть для меня это как-то немножечко странновато. У нас бы такая версия стоила, ну, наверное, 20-30, я думаю, евро. Потому что серум сам по себе, он такой же, как и Grand Lashes, он стоит где-то 50-70, в зависимости от скидок. Понятное дело, на Look Fantastic. Здесь очень хорошие сроки до 26 года. И давайте откроем и посмотрим. Нам обещают, что это будет тушь, которая еще и отрастит нам ресницы. Ну, фантастика! Но кто об этом не мечтает? Тушь, которая еще и заботится о ресничках. Здесь вот буковка X, так. Ну, выглядит крайне обычно, то есть ничего тут такого. Пластик самый обычный, ну и 1,5 грамма тут внутри этой туши. То есть туши, может быть, мне хватит максимум где-нибудь только, в лучшем случае, на один месяц, и то дай бог, потому что я люблю накрасить ресницы, чтобы они выглядели такими драматичными, чтобы их было издалека видно, и у меня где-то 2-3 слоя. Что нам пишут? Термотушь черного цвета, сыворотка для роста ресниц. И производство, страна-производитель Франция. Я не помню, к сожалению, вот что было написано там, но мне как-то запомнилась Великобритания, но я могу ошибаться, может быть, это была и Франция. Я помню, что эта марка была очень дорогая, и эта марка была действительно... А вот, да, Лондон, да, UK, все правильно. Марка Великобритании... А производство произведено тут, получается, у нас просто-напросто во Франции. Ну, тут есть у нас и на русском информация, так что обязательно почитаю. Тут очень много разных ингредиентов. Но надеюсь, что это именно та марка, именно та фирма, потому что, ну, это будет здорово и очень классно получить ее в бьюти-боксе. Так, давайте подводить итог. Что мы думаем по поводу этого бьюти-бокса? Понравилось или нет? Мне очень понравилось. Мне вот бокс показался интересным по наполнению. По финансам, напомню, что я заплатила за него 1716, нам обещали 5200. Я пересчитала, так как я снимаю эти видео по отдельности, я думаю, ну, посчитаю в этом случае, чтобы, так как это мой первый заказ, понимать вообще, выгодно или нет делать заказы на этом сайте. Я с ним только-только познакомилась, их акции и нереальное количество подарков мне очень импонируют.
количество продуктов в боксе тоже весьма импонирует, поэтому я бы с удовольствием позаказывала там еще раз. Но финансы нам тоже с вами немаловажны. Держат они обещания? Положили они нам на опять 200 или нет? Я считала таким образом, что я считала только полноразмерки, это раз, то есть вот даже вот эту тушь я не учитывала, потому что она не полноразмерка, купить ее в таком формате нельзя. И я считала исключительно по нижней границе. То есть то, что самое минимальное я смогла найти по цене, я считала именно это. Есть еще цены средние, есть цены очень высокие. Конечно же, если мы будем брать с вами более высокие цены, понятно, что у нас все окупится. Но хотелось взять и посмотреть по самой нижней границе. У меня вышло на 4110 рублей. То есть как бы не дотянули, да. И плюс ко всему, здесь вот этот карандаш за 1400 на одном единственном маркетплейсе я его нашла, и больше нигде. Соответственно, ну вот как бы так, да. Этот карандаш сделал нам сейчас полную кассу этого бьюти-бокса. Общую сумму все равно этот заказ, эта коробочка перебила, потому что я заплатила 3591, то есть мне получилось очень-очень даже выгодно. Мое личное впечатление – положительное, мне все понравилось, это такие классные продукты, есть и декоративка, я однозначно с удовольствием буду тестировать эту бибишечку от Limoni, Limoni мне вообще в принципе понравился, хороший бренд, тут все замечательно, я с удовольствием буду тестировать вот этот продукт от 818, мне тоже показалось это интересно, и Magie Academy тоже пока что, только положительно, как-то себя проявила, и вот по аромату мне тоже здесь тоже все понравилось. Так что однозначно, мое впечатление положительно, я буду рада узнать ваше, что вы думаете, вам понравилось или нет, считаете, что этот бокс стоил своих денег, стоил той суммы, что я за него заплатила, даже если он не дотянул до обещанного, тем не менее. И, конечно же, я жду вас на моей следующей распаковке. Мы будем с вами открывать уже подарочный бьюти-бокс, что мне положили туда в качестве подарка. Ах, как это интересно. Не пропускайте, обязательно, конечно же, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну, а я буду с вами прощаться. Желаю вам отличного дня, прекрасного настроения, чтобы у вас все было хорошо, только выгодных покупок, замечательного солнечного дня и прекрасного апреля. Увидимся. Пока-пока.